Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех! Ну, уже сейчас ясно, что эти выборы не были честны. Ясно, что подсчет голосов и вообще вся процедура выборов была нечестной. 6 очень серьезных нарушений. Будем писать жалобы. У нас есть огромный список нарушений, менее серьезный. Мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, оказался прав Навальный. И проголосовать 2-3 раза можно. И мы имеем такие примеры в Московской области. Мы видели, как регистрировались кандидаты, как определялся состав этих кандидатов, как проводились то, что называется дебатами, как были организованы все эти выборы. Но они абсолютно соответствовали той авторитарной системе политической, в которой мы с вами находимся. Меня не устраивает логика избирателя. Если у нас логика есть у избирателя, он скажет, а какие же это выборы, если снова за одного и того же. Денег положили мы больше, чем все. Объехали страну в 100 раз больше, чем все. Я один 400 поездок по стране. Даже ваши передачи везде. Значит, 60 минут, ну везде. Я не слезал с телеэкрана. Мне глубоко обидно, конечно, что большинство наших избирателей все-таки выбрали не социализм, не счастливое, справедливое будущее, когда государство заботится о каждом, а выбрали конкретного человека. Ну, понятно, что многим нашим избирателям симпатичен Владимир Владимирович. Эта кампания, с точки зрения самой кампании, она была очень грязной по отношению ко мне лично, по отношению к тому, как были организованы дебаты, как арестовывали наших соратников в разных городах, как сжигали машины нашим сборщикам, как всячески пытались нас запугать. Ясно только одно, что мы, несмотря на всю эту грязь, которая лилась, прошли эти выборы достойно. Так специально так сделали, что мы, а хороший один. Вы этого не можете понять никак.